Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Pathfinder. Что ж, команда вся устала, у нас выбора, кроме как отдохнуть, нет, поэтому давайте отдыхать. Ну и на правах рекламы. Сегодня, в пятницу 29-го, в 8 вечера на канале планируется стрим по ваншоту Dungeons & Dragons 5-й редакции. Возможно, это будет дикий фейл, но, знаете как, улучшаться... Не фейля редко, когда получается. Поэтому, если вам интересно, приходите, буду рад видеть всех. И давайте отправлять нашу команду к Касану. Да, что-то порча бездны здесь. Женщина-загадка без прошлого. Господи, я не понял, это Нэнио или... Это Нэнио, наверное. Я не успел прочитать. Ладно. Так и быть. Дэрон почему-то очень быстро сказал свою фразу и меня этим сбил. О, ну зато все... Вроде как должны прийти в себя за эти 12 часов. Да? Да. Все пришли в себя, усталости больше нет, а Петка, смотрите-ка, осталась с нами. Это здорово. Давайте посмотрим карту. Видимо, стоит осмотреть другую часть. Непонятно, что со знаменем делать пока что. Но тут как бы еще значительный кусок этой цитадели есть. Ага. А как так? А тут... А, тут статуя. Ну, тогда будем изучать. Опа, открыто. Неожиданно. Здрасте. Камиль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Стоп, пока никто никуда не побежал, пока мы не совершили непростительных ошибок. Давайте у нас Нэнио на себя кастанет броню. Дэрон нам всем кинет благословение, потому что оно постоянно работает. А ты, девчуль... Защиту от хаоса смысла кастовать нет. Нэнио при этом не успеет, правда, себе кинуть ничего другого. Ну и Лан успеет атаковать гаденыша. Не совсем мы что-нибудь успели. Ну ладно, на самом деле мы этих гадов уже укладывали. Нэнио, если ты пока будешь только атаковать, может быть, лучше нам тогда лук тебе улучшить. Сила. Сил, давай-ка ты просто стой на месте и жди. Лан. А вот Лан, я надеюсь, уложит... почему один? Видимо, это как раз-таки тот ход, когда мы успели его... как-то... застать врасплох. Оп, благословление. Ну и кабанчик. Кабанчик толстый. Кабанчик... Гад толстый и не совсем пролазит. Только не наступи... Не наступил. Хорошо. Ну, я знаю, что это не кабанчик, это какой-то стегодон. Наверное. Так, камелия. Ждем. Камелия, ждем. Нэнио, ну, если она уже себе лук улучшила, давайте она из него и постреляет. Правда, стреляет она так себе. А, силушка, сходи чуть попозже. Ой. Если выживешь. А, силушка выжила. Беда в том, что придется идти вот немножко в обход ловушки. И при этом это как бы открывает ему нашу пати для удара. Но я надеюсь, что после того, как Лан... Лан умудрился промазать. Вот, Лан, я на тебя рассчитывал. Кому мы благословление кидали? Ладно, а динозаврик мы вот так вот проход ему перекроем. И я надеюсь, что наши ребятушки окажутся в безопасности. Ну и нашим персонажам всегда есть смысл кинуть зеркальное отражение. Камелия, что ты можешь на самом деле? У тебя есть какой-нибудь вжих? Вжихов у нее, кстати, нет. А тогда ладно, стой. Ты у нас только чтобы обезвреживать ловушки, помни об этом. Оп. Эй. Бьет скотин, конечно, крепко. Но ничего. И не таких валили, когда Лан попадал. О. К слову, Алане и попадать, Лан таки это наконец-то сделал. Ну, поскольку он у нас тащер, к нему особые предъявы по этому поводу. Хорошо, все пришли в себя, наш персонаж, поскольку в основном в бою занимается различными делами, в основном никому непонятно какими, даже мне, мы можем спокойно исцеление тяжелых ранений им потратить. Так, а, и Нэнио, душка, да. Кастани на себя магический доспех. Здесь нам ничего не надо. И можем дальше с вами продолжать изучать эту проклятую местность. Мне что-то страшно. Мне что-то страшно. А,
атмосферненько. Что? Ой. Ну, началось. Ладно, Камелия. А что здесь такое? Воу. Они все выстроили вот такую штуку. Ладно, потом, видимо, почитаем, потому что сейчас не время для чтения. Ну, родной, давай. Попал. Так, теперь у нас Силушка. Силушка, добей его, а. О, Силушка добивает. Смотрите-ка. Силушка молодец. А, я вот думаю, Марка. Но, в принципе, может подойти и ударить. Тогда пусть подойдет и ударит. А он взял и сделал это. Хыч! Динозаврик, правда, не смог. Ой. Ой. Ну, заплатили за это пары зеркальных отражений, но они для этого и нужны. О! О! Да, лучше этим гадам не давать себя кусать. Так, Лан, родной. О, Лан, ты красавчик. Просто не перестану ему это повторять. Ой. Так, Камелия. Ну, а здесь две атаки. Нет, две атаки определенно лучше, чем одна, даже если они будут не там, где они нужны. Сколько же вас из этой ямы будет лезть? Ой, ой, ой. Дейрон, родной. Причем я сел записывать игру, уже все, такую запись включил, готов. И тут прилетает 19-гиговый патч. Я думаю, ну зашибись. Ладно, сейчас, короче, с этим патчем разберусь и запишусь. Фиг там плавал. Тут же происходит еще что-то, что меня тоже останавливает немного от записи. В общем, да, как всегда. Ай. Так, динозаврик. Динозаврик. Вот, они вроде как очень много чего пофиксили, но у меня такое ощущение, что далеко не все пофиксили. Ладно. Че, да? Ага. Уф, Маркан стоит. Просто если они какие-то ослабления кидают на нас, это, ну, неприятно, как бы не хотелось бы. Так, 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 стой, 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 куда? Куда? Нэньо. А, вообще, конечно, было бы здорово тех хранить. Да? Ну, давайте. Оп. В общем-то, если они как-нибудь скучкуются, то, я думаю, Лан их всех расстреляет. Они, кстати, скучковали. Ой. Ладно, из лука не так противно, потому что... Ага, вот так вот. Ну что, Лан, давай. Первый. Второй. Ай. Лучше бы он тех дострелял, но все равно он, конечно, молодец. Оба. Готово. В принципе, они не очень крепкие все. Серьезно ранен. Ранен. Давайте вот этого добьем, если получится. Ух, Дэрон красава. Дэрон дважды красава сегодня. Ну, по силушке-то они вряд ли попадут. Так что за силу, наверное, можно не волноваться. Она довольно-таки самостоятельный юнит. I got this. Да. Да. Ух, 44. Слушайте... Внезапно Маркан все-таки собрался как-то с силой, с мыслями. Ой-ой, еще. Еще добавки. А тут как-то можно их поползновение-то остановить? Или нам надо все волны перебить? То есть, если есть что-то, что вызывает их вылезание, надо, наверное, это что-то отключить. А не то мы так и будем с вами тут стоять, сражаться бесконечно и думать, что ж за энкаунтер такой дурацкий, да? А Нэньо, ну что, ну вот, наверное, актуальный, да? Довольно-таки актуальный. Эть, эть, эть. Ай, ай, ай. Так, а Маркану, кстати, пора бы это, обновить на себе зеркальное отражение. Ну, к счастью, с этой стороны чуваки все атакуют в одну степь. Давайте-таки лучников зафигачим, а то очень уж они активно постреливают. Ой, вы видели, как стрела отлетела, да, от последнего? Ладно, Камелия, ты у нас на добивании. Ну, так. Ну, как смогла. Оу, может быть, провести позитивную энергию, всем урон нанести? Потому что вроде как лезут все более и более серьезные твари. Мне это что-то ни разу не нравится. Где у тебя это проведение этой энергии? Урон нежити, давайте. О, о. Ха. А, хорошо. Однако ж хорошо было. Так, ай.
Эй. У. Так, девчуля. Давай. Отлично. Ага, Маркан, просто зеркальное отражение к стане и зашибись. Как бы ты у нас полутанк теперь получаешься. О. О. Ну, соответственно, да. Так будет получше. Динозаврик попытался. Он попытался, он довольно-таки милый, ему можно это простить. О. Так, Нэнио. Нэнио, Нэнио. А вот тут два гуля-ползуна. Там вот гуль-загонщик новый вылез. А, может ускорение нам кинуть? Хотя, я так чувствую, сейчас мы с вами кинем, а бой закончится. Как здорово было, когда у нас в команде был Вольджив, сволочь такая предательская, у которого было просто дофига ускорений, и он роль ускорятеля вполне на себя брал. Ну, ай, он решил ближнего нашего пострелять. Ну, у нашего персонажа, к счастью, пока особо не попадают. О! Ого! Девчуля, прям на все деньги. Да. Ну да. Мне понравилось. Ой. В этот раз тоже неплохо. Ай. Серьезно. Серьезно, это вот та дрянь, которая в прошлый раз нас всех хорошенько так отсодомировала. Поэтому Силе придется в ближний бой к нему пробраться. Так, а Маркану я бы вышел все-таки. Ладно, пусть он получит атаку по... А, он даже не получает. Да, и вот так вот сделаем. Вот это вот внезапный совершенно бонус. И этот бонус заставляет меня все-таки подумать о том, что перед ходом Лана я бы хотел, наверное, потратить ускорение. Черт бы с ним. Один спелслот, но мы здесь с вами, если что, можем столько гемора огрести. Ну, если вдруг дела пойдут не очень в нашу пользу. Поэтому лучше немножко себя обезопасить. Так, и Лан. А что, Лан идеальный удар кидает и пытается вот эту гадюку... О! Я, видимо, спутал демонов. Не исключено. Но в любом случае, Маркан получил минус 2 уровня за все вот эти вот приключения. Я надеюсь, что больше никто уже такого размаха не вылезет. Это было бы неприятно. Силушка, давай. Раз уж ты рядом, давай колбасить. Опа. А, Силушка, колбасить. А, Маркан, стой. Динозаврик. О, динозаврик попал, видите? Не как бы динозаврик, у него кого нет претензий. Он, если что-то сделал, он уже герой. Считайте, что Маркан это тоже динозаврик. Просто он, ну, как бы вместо того, чтобы мило рычать, он бухает, например. Ну. О. Все. Отлично, разобрались. А, давайте, там у нас было восстановление ниши. Оно, интересно, сработает ниши. А? Да, болт. Очень большой болт причем. Ладно. Ну. О, спасибо. А, Маркан пришел с себя. В общем-то, сохраняемся и можно лутать. Приступим, так сказать, к это, к славной части всего этого действа. Лук, лук, лук. А, у остальных только сраные кожаночки. Ну, о, Камелия, ну не подведи. Камелия, ты подвела. Пришлось отмычку тратить. Но зато мы получаем Magic башенный щит, бастион львиного сердца. И если вот этот щит, он тяжелый, мифрал, ха, снижение урона 5 к магии, хорошо. Но в целом не так-то часто ее к негативной энергии 10 и бонус боевого духа плюс 1 спас броскам против эффекта штра... Хорошо, 31, а это не может использовать. А, ну все, вопрос решен. Очень ловко так решился вопрос, какой щит использовать. Мертвые тела источают невыносимый смрад. Ой, что? И отсюда сейчас еще кто-то вылезет, да? Здрасте, приехали. А! Пожилая женщина левой рукой с трудом вытаскивает кинжал из туши демона, затем устало отирает лоб. Время не согнуло меня, старуха, вот ведь как.
Я хотел показать тебе один из старых секретных ходов, которым пользовались, когда цитадель Дрезена еще принадлежала нам. Женщина подходит к стене и начинает осматривать ее. Так проще будет добраться до клинка доблести. Возможно, демоны не знают об этом ходе. А мы, простите, что собрали? Судя по всему, у нас не клинок доблести, а просто огромный баннер. Демоны. Если задуматься, я провела среди них большую часть своей жизни. Должна признать, в них есть что-то завораживающее. Отдельный демон может быть слаб, жалок или труслив, но когда ты думаешь о них как об общности, видишь не массу разрозненных существ, а огромную силу, стихийную волну, которую можно временно сдержать, но не остановить. Авангард бездны на землях Галариона. Неудержимое, фанатичное движение вперед. Нам есть чему у них поучиться, не правда ли? Учиться новому всегда правильно, в том числе изучать сильные стороны врага. Знания бесценны, цивилизация любопытна по своей сути. И если после проведения эксперимента выясняется, что он опасен, об этом следует рассказать миру, иначе кто-то другой рано или поздно придет к этому эксперименту и проведет его вновь. Лицо женщины неподвижно, но в синих глазах читается одобрение. Верно. Знание – лучшее оружие. Вооружившись им, можно преуспеть там, где не помогли бы ни сила, ни доблесть. Ого! Вот и он. За этой дверью демоны прячут клинок доблести. Будь внимателен, я слышала, как они хвастались ловушками, которыми окружено знамя. Магическими, разумеется. Клинок доблести почти невозможно уничтожить. Потому при желании они могут хоть утопить всю залу в огне, убив врагов и не повредив артефакту. Отправляйся вперед и удачи. Ага. Ну, ладно. Значит, нас с первым клинком завалили в ловушку. Из трещинки в стене веет чем-то очень недобрым. На миг вам кажется, что вас коснулось дыхание бездны. О, а кстати, может динозаврика тогда мы как-нибудь вперед поставим, а то что он позади теряется, да? У нас есть расстановка, и динозаврик теперь... О! Динозаврик теперь у нас будет впереди вместе с силой. Ну, на него особо мы надежды не возлагаем, да? То есть его основная роль — это принять на себя хотя бы пару ударов и геройски умереть, в случае чего. Так, блин. Блин, простите, я очень не очкую в такие моменты. Я вообще, много раз повторял, что я сыкло. И очень не люблю страшные игры. А здесь атмосфера прям, ага. Так, ну нам показали, что здесь происходит. Я так полагаю, что у них, как у Ларианов... О, что это? Пазл шлемазл, да? Что здесь надо сделать? Ага. О, это стал на место. Так. А, это вне... Нифига не встал на место. Ага. И тоже не встал на место. Что там? Что за... Что это за срань, простите меня? А, 16 уровень. 150 хп. Зашибись. Именно то, чего нам, в принципе, не хватало. Давайте все сходим после Нэнио, потому что Нэнио нам кинет ускорение. А Маркон... Да тоже, да, давай за Нэнио. Вот куда-нибудь сюда. Так, и Нэнио... Ну, я так думаю, что да. Вот так вот мы кинем ускорение. Тогда оно прилетит всем. Хотя Висмут мертв. Вот так вот. Так кажется... А, не, Маркону прилетело. Все, хорошо. Окей. А, Камелия. Три тычка. 10-11. Промах. Ладно. Пожалуйста, верный удар и давай нафигаривай. У него всего 150 хп, ладно. Тебе осталось совсем чуточку. Маркон. Ага. Ну, хоть 10. Так, что мы о нем знаем? 87 хп. А вряд ли нам удастся это заход сбить с гада. А, Дейрон. Может быть, Костотряс? Может быть, Молебен? Вот что я думаю обо всем этом. Висмут лежит и дохнет. Ай. Ага. Ну, слушайте, что-то я переоценил его силу, потому что он даже Камелию не смог срубить. А, в принципе, Камелия — это такая лакмусовая бумажка, что если ее в ближнем бою демон не может срубить, то, скорее всего, он не такой уж и серьезный.
А вопрос только в том, сколько еще этих хмырей будет появляться. Давайте-ка я сохранюсь на всякий пожарный, ну, если... Ага, о! О, собрал. Короче... Опа. А, это просто обеззараживает... Обезоруживает ловушку, что ли? Я надеюсь. А, в общем, фишка в чем? А, вот эти вот штуки, они должны указывать к центру. Как легко решить, как я в итоге понял, да? И... Каждая из вот этих кнопок, она крутит свою вот эту внешнюю часть. И если одну вы выставили к центру, выставляете следующую к центру, а потом центральной кнопкой можно докрутить. Получится довольно-таки, ну, бодро. Ладно. Пошли. Я вот просто в прошлый раз, когда взял этот клинок доблести, мне досталось так, что мало не показалось. Ух ты, копье. Ну ладно. О! Клинок доблести. Древняя реликвия, знамя, которое когда-то несла в бой сама Иамидай. Будучи поднятым на видном месте, знамя обретет божественные силы и не позволит окружающим демонам использовать способности к телепортации. Так. И куда нам его установить-то? Ага, и кто... Ой, тут кого-то... Эй, что здесь за шум? Здравствуйте. О! О, даже у нас этот... динозаврик наш ожил. Паразелит очередной. Очередной паразелит морозелитов. Ладно, Дейрон. Ну что, у нас благословение? Я думаю, нормально сюда заходит. А, она у нас уже есть. Эй. Ну, естественно. Ага. Ладно. Ну, допустим, мы сейчас вот этого вот чувака всей группкой заколбасим, да? А Нэнио. Я вот думаю, стоит ей тратить ускорение? Наверное, нет. А что тогда на нее может сделать? Мы ей выучили какое-то количество лучей поноса. Было же дело. Да, лучи поноса у нее есть. Давайте вот огненный луч поноса. О, нормально. Хорошо. Спасибо. Хм. Так, сила. О, сила. Маркан. Раз. 40. Ой. This is not good. Давайте-ка кинем защиту от хаоса или зла. В принципе, тут любая сработает. Ну, давайте для начала от зла. О, девчуль, если не умеешь дамажить, то просто стой и колдуй. Вот так. А, это на басу очередной. Ага. Так, ставки повысились. У Лана варианта отложить хода нет, поэтому давайте. Надо вот это вот на басу зафигарить очень резко. Да, начинаем терять уровни. А, Дейрон, любовь моя. Ну, молебен. Да, что-то это, ставки резко повысились. Я не ожидал, что здесь будет засада. Ух. Да ладно. Он сквозь все наши эти... А, сквозь все наши иллюзии пробил, тварь. Ладно, бегемотик. Опа, бегемотик не смог. А, Нэнио. Очередной случай, когда надо кидать ускорение и надеяться на лучшее, да? Силушка. Ну что, попробуешь? Ага. Марко, а у тебя, по-моему, была какая-то невидимость. А, хотя, хорошая шутка нас не раз спасала. Окей. Маркан сделал то, что, в принципе, от него ожидали. Он пошутил. Маркан красавец. Ну, ладно. Видел, как Маркан все сделал. Теперь давай уподобляйся. Все, справились. У кого негативные уровни? Давайте смотреть. Вот здесь отрицательный. А теперь-то малая хотя бы эта штука снимет, не? Камелия?
Но кажется, чтобы снять отрицательный уровень, да, ниши восстановления не хватает нифига. Поэтому на себя. Нэнё, у тебя что? Так, здесь нет. А, то есть только у двоих на самом деле на практике. Так что пока что не страшно. Так, раз, два. Ну, давай, два. И, наверное, а смысл всех лечить, если мы можем тогда вот так вот мелкими этими хилками просто Маркана, ну, вернуть в подобающее состояние. Да, ну, короче, Маркан периодически такой, фупа и лупа, пошли в бухгалтерию получать зарплату. И демоны такие: нет, остановись, остановись, это слишком смешно. А Маркан такой: погодите, вы еще не слышали главный панчлайн. Они такие: нет, не надо, пожалуйста. Прелесть. Ну, надеюсь, что вот этот выход нас приведет куда-то, где мы сможем с вами сие знамя установить. Ой. Ой, что-то камера себя по-скотски показала. Но вроде бы мы прошли, вроде никто в ловушку не наступил. Камелья, ты сможешь аккуратненько пробежать и обезвредить? Отлично. На изломанных костях неизвестных пленников остались следы когтей и зубов. И здесь у нас путь вверх. Ой, я так посмотрел на время сейчас, потому что давненько я не смотрел на время. Так вот она какая, главная реликвия крестовых походов. Ты знаешь, что ее когда-то одолжила крестоносцам церковь Амидай? И каков же был конфуз, когда этот бесценный дал был крестоносцами потерян? Дэрон делает полшага назад и окидывает взглядом вас и клинок доблести. Ты отлично смотришься. Предвижу, что скоро лавки Мендева заполнят миниатюры командор в миг возвращения святого пламени. Их будут вешать над каминами, прикрывать щели, из которых дует сквозняк. Я тоже, пожалуй, обзавелся бы такой картиной, чтобы сохранить этот момент в памяти. Я буду отлично смотреться на героических полотнах. Если проживешь достаточно долго, чтобы их успели нарисовать. Но в данный момент шансы на это довольно высокие. Что меня несказанно радует, так как выживание тебя некоторым образом связано с выживанием меня. Бархатные нотки в голосе Дэрона заставляют последнюю фразу звучать почти кокетливо. Так или иначе, я говорил о силе момента. О том, что хочу его запомнить. С того дня, как дорогая кузина зашвырнула меня в этот крестовый поход, я чувствую себя так, будто мне выкрутили руки и окунули в холодную воду. Ощущение, которое я всей душой ненавижу. Я живу жизнью, к которой не привык, рискую ради идеалов, которые не признаю. И пропустил уже 3 премьеры в столичной опере. Возмутительно. Дэрон замолкает и на мгновение отводит взгляд. И знаешь, что странно? Я стою здесь, смотрю на тебя и этот святой настенный ковер. И чувствую, что я не хотел бы в этот миг оказаться ни в каком другом месте. Смотри, еще влюбишься. Кто я? И в кого в тебя? Где, кроме заунывной баллады проницательного министреля, возможен такой сюжет? Дэрон чуть опускает ресницы. Уголок его губ приподнимается в едва заметной улыбке. Думаю, этот разговор уже непозволительно затянулся, но мне стоило бы еще при первой встрече в Кенабрисе догадаться, во что я ввязываюсь, отправившись с тобой. Ты самая худшая вещь, которая со мной случалась в жизни. И самая захватывающая тоже. Как он все-таки клевый. Ну, вот реально. А, ладно, насчет времени. Давайте, наверное, на этом мы этот эпизод закончим. Вроде как всего, что хотели, добились, а продолжим уже в следующий раз. Посему. Спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роке, Бальбо, Антону Цару, Глебу Сахарову, Брату Манзодари, Кравчук, Вайт, Рэббиту, Юджину Волину за то, что... Простите, продолжает поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну, я надеюсь, что мы с вами, во-первых, встретимся вечером в еще одном эпизоде, а во-вторых, очень надеюсь, что мы еще на стриме с вами вечером встретимся. А пока у меня на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока. Увидимся.